Фу, ой, запарился, бляха-муха, тяжелая ловушка. Что я хочу сказать, как я делаю, вы так не делайте, юные райловы. Чаще проверяйте ловушки, не ленитесь. Этого стоит. Это стоит этого, потому что если вовремя не снять ловушку, ее можно упустить, это благо дело, вот, хорошая проволока, все равно ее подстраховал. Спускал ее еле-еле, а донес я до машины. Вообще, думал, не донесу до машины. Потому что ловушка тяжелая. Метров пришлось 300-400 идти. А вес такой, ну, пуда 2-1,5 так точно будет. Там, походу, или мед они занесли уже, или там сильный рой. Но это мы проверим на пасеке уже.